На самом деле Калашов лукавит. Ему не раз приходилось быть свидетелем и участником подобных операций. Потому что он никто иной, как Шакро Молодой. Главный вор в законе России. Это он пытался захватить промышленные предприятия в 90-х. Он вел кровопролитные войны с измайловской преступной группировкой. Именно Шакро Молодой создал в Испании целый город для русской мафии, где отмывал незаконно нажитые деньги. На Калашова 10 раз совершали покушения, но раз за разом ему удавалось выжить. Он провел в тюрьмах десятки лет и, оказываясь на свободе, снова возглавлял криминальную империю и совершал новые преступления. Фамилия, имя, отчество. Я вообще ничего не буду говорить. Вы являетесь ли вором в законе? Отвечайте, пожалуйста. Я не буду перед камерой ничего говорить.